Женя, когда я просматривала почту, мне понравилось вот это письмо. Когда я слышу ее голос, на душе становится теплее. Я думаю, что каждый мужчина мечтает быть с ней рядом. Ведь она такая красивая, обаятельная, женственная. Ангелина, неужели сейчас будешь петь ты? В следующий раз обязательно. Но это письмо адресовано певице, которая уже не один год блистает на нашей эстраде. «Ты меня не буди» – это название новой песни композитора Игоря Матеты на стихи Владимира Степанова. Необычность этой песни в том, что это сексуальная, красивая песня. Вот я, например, таких песен не писал еще в том смысле, что она о любви и о страстной любви. Вот. И эту песню страстно и красиво поет Маша Распутина. Я с ней не знаком. Это случайное попадание в ее душу, в ее желание петь именно эти стихи. Написаны они были не специально для нее. Вот. И это еще раз утверждает меня в том, что писать надо не для певцов, а для своей собственной души. Поет Маша Распутина. Не шепчи ты мне о любви своей, не могу тебя я любить.